делаете признательно. В данный момент практикую практики с мастер-класса, причем при чтении кодов или мантр сильно начинает чесаться лицо. Руки, может, что-то делаю не так. Вы делаете все правильно. Просто когда вы читаете определенные мантры, эгрегориальные сущности, которые живут в вас или налезли на вас, они начинают двигаться и начинают с вас слазить. И вот в этот момент мы начинаем ощущать вот такой зуд. Но снимайте правильно, вот таким образом как бы назад себя сталкиваете. Тогда зуд будет исчезать, а с лица вот так. Таким образом вы очиститесь от энергетических влияний, и вам заметно будет лучше после этого.